поэтов. На тромбоне для вас сегодня играл Александр Чаркин. На альтсаксофоне Борис Майкревский. На трубе играл Денис Саду, а также автор аранжировок. На барабанах и тарелках для вас играл Павел Галицкий. На контрабасе Александр Емец. The one and only вибрафон Евгений Добровольский. А также воплощение таланта, красоты и грации Алина Сокольская. Также практически весь вечер на сцене для вас пела очаровательная Руслана Мамченко. Я еще хотел раз поблагодарить этот чудесный клуб и поблагодарить всех вас, потому что если бы не было вас, не было этого чудесного концерта, и, можно сказать, своим приходом вы поддерживаете живую музыку в этой стране и танец. Поэтому спасибо. Огромное спасибо этим музыкантам чудесным, которые согласились играть эти звуки, которые я понаписывал, согласились репетировать их, учить. И да, это огромный труд, я считаю. Надеюсь, вам понравилось. На этом, к сожалению, мы будем заканчивать. Спасибо еще раз.
чтобы вы еще раз поаплодировали. Это была Алина Сокульская. Поверьте, так джаз в нашей стране не танцует никто. На тромбоне играл Александр Чаркин. Борис Могилевский играл на саксофоне. Дмитрий Бобин Александров играл на тенор-саксофоне. Весь вечер за барабанами и тарелками. Также он играет еще ногами. Это Павел Галецкий. Александр Емец играет на контрабасе. И на вибрафоне Евгений Добровольский. Также я хотел бы позвать на сцену была Руслана Мальчика, которая пела для вас сегодня. Еще раз всем спасибо, что пришли. Спасибо Caribbean Club, всем, кто здесь работает. Я играю здесь достаточно давно, и мне очень нравится здесь быть как второй дом. Поэтому спасибо всем огромное. Меня зовут Денис Аду, и в следующий раз мы встретимся с вами. Надеюсь, это будет не в следующем году. Спасибо.